Дефиле с кокошником. Таким флешмобом свой юбилей отметит фестиваль «Невские берега» в Петербурге. Идею эффектного выхода предложила предприниматель Всеволожска Татьяна Домбровская. На сцене городского СКК появится больше 1000 девушек в старинном русском головном уборе. Дизайн, форма и материал не имеют значения. Свой аксессуар современные модницы могут сделать даже из бумаги. У нас 1001 девушка в кокошнике. Но я думаю, что вот это вот одна после 1000, это будет Татьяна Домбровская. Это важно для нашей страны, для нашей культуры, для нашего будущего. Ходите в кокошнике, я уверена, вам будет очень круто. И вот вы будете идти, сразу осанка появляется, гордость. Огромное количество людей уже ходит по улицам в кокошниках. Я вас уверяю, просто мы, может быть, не замечаем или не все ходят по улице, но однажды я спускалась в метро и увидела девушку в кокошнике. Таким образом, Татьяна Домбровская побьет свой предыдущий результат. На страницах Книги рекордов страны ее имя оказалось еще 2 года назад. Тогда, правда, участник акции было меньше, всего 159 человек. Напомню, в этом году международный фестиваль «Невские берега» отмечает 20 лет. Ежегодно он собирает почти 2500 гостей, из них около 300 мастеров из России, Украины, Эстонии и других стран мира.